Народ, всем привет! С вами снова мы, канал Училка физкультуры в Эмиратах. Мы снова не в Эмиратах, мы в Киеве, ходим, показываем прекрасный зеленый Киев. Даже хотели во Львов поехать, но времени нет катастрофически. Поэтому сегодня мы находимся, сейчас переведу вам экран, вот Львовская майстерня шоколаду. Переводится как Львовская мастерская шоколада и такая вот кофейня, кавьярная кофейня, правильно будет? Поэтому сейчас пойдем, покажем, посмотрим цены, выпьем кофейку, посмотрим, что такое нам могут предложить в Львовской мастерской шоколада. Да, все вот шоколад видят? А давай покажем, где мы. Какая, кстати, красота. Нас сделали. Сильно удивило. Мы сегодня вышли на метро Арсенальная. Кто знает, народ, здесь был такой сплошной зеленый забор. Такой вот забор с мусором. И как же все классно сделали. Сейчас я такое сделаю ротацию. Просто здесь шикарно. Мы вышли, мы как будто тебя во Львове. В другом мире. Да. А посмотри, в старинном красивом месте. А возле памятника, посмотри, сделали скамеечки. Сейчас, да, скамеечки, лавочки. Скамеечки, да. Лавочки. И все, здесь... все очень классно, все очень приятно. Мы так приятно удивлены городом Киевом. 2 года здесь не были. Очень ну, красиво. Не будем вас томить. Мы пойдем по Сумску. Это же две разные получается. Я думаю, в мастейную шоколада. Там что-то вкусненькое, я помню, пила. С корицей какой-то. Ну все, идем, да? Пошли, да. Давай, веди нас вперед. Вот, кстати, я помню, что здесь очень вкусные конфеты и шоколад. Мне кажется, это одно и то же. Да мне тоже кажется, что по идее одна дверца должна быть. Да, ребята разбирают что-то, давай заходить. А надо, ой, я не знаю, а не написано ничего. Хит на... беседа у маски. Держи. Все, сейчас я делаю. Смотри, хит. Вход и беседа в маске. А пить можно, видимо, без маски. О, это Wi-Fi. Классно сделали. Ну, пошли. Ага, пить нельзя алкоголь. Ой, нельзя с собой, наверное, приносить, да. Ну ладно, продезинфицируйте. Ну, мы за кофе идем, не за алкоголь. Ой, и собачек нельзя кормить. Боже, какая. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот народ, смотрите. Есть сувениры, есть чашечки, есть шоколад, есть турочки. Это просто шикарное заведение. Очень нравится, когда мы приходим сюда, приходили сюда, привет, пару лет назад, но это была майстерня, мастерская была на метро Олимпийский. Ну вот шоколадки от 54 до 64 перевожу в доллары, кто не киевлянин, кто киевлянин, хотелось бы, чтобы вы нашли время и пришли сюда. Так, что мы сейчас будем выбирать, пить, кушать? Наташа все посмотрит, выберет, давайте я вам покажу. Потому что здесь очень много есть такого шоколада вкусного, и оно делается вручную. Вот, это сколько цена за 100 грамм? 60 гривен. Это такой шоколад. Белый. Да, белый, с орешками. Есть черный с орешками, 82 гривны. Так, что у нас по конфеткам? Конфетки просто класс. Конфетки поштучно, смотрите. 13 гривен, 10 гривен. Ну, доллар 27. То есть примерно вот такие конфетки будут. Почти 3 на доллар, вот такие 2. Вот есть по 14 вкусняшки, бабочки по 12, бегемотик, а да, вижу бегемотика. Дальше 12, 11, по 15. Так, продолжаю съемочку. Вот есть очень вкусные конфеты уже, даже не знаю, они шоколадные, а фруктовые. Банановый, малиновый, манго. Тоже пошли снова шоколадные. Манго, да, вот. А помните видео в манго? Смотрите по ссылочке вверху в описании. Это очень вкусно. Вот такие конфетки еще есть. И авантура, цесарское название. Такие абрикосовые мармелады, элеганции. Львовские амурки. Прикольное название. Это, наверное, грильяжик такой вкусный. Еще конфеты просто, просто изобилие. Ух, печенье даже есть с миндалем. Это, вот такие мы, по-моему, ели когда с Наташей. Наташ, мы такие когда-то пробовали с тобой, я помню. Очень вкусные эти львовские клейноты. Дальше есть с ромом. Белый шоколад. Бейлисовский. Вот. Ага, чоколятовый бомбетель. Название прикольное. Ах, еще все еще. Конфеты не заканчиваются, ребята. Это они... Все не просто так. Как стрела, наверное, или нет? Сейчас покажу. Не знаю. А помните советские конфеты? Стрела в золотой упаковке. До сегодня было очень вкусное. Вот это вот тоже мы пробовали, по-моему. Кайзер Вальденшварцвайн. Да, я ела. А вот это, смотри, как трюфель похож.
выглядит, похоже на трюфель. Сейчас что-нибудь себе выберем, покажем на камеру цены, пока как мы кушаем, покажем на камеру. Мороженку еще посмотрим. Так. Это для детей, наверное, сюрпризы, сувениры прикольные. Для детей. Мне тоже нравится это. Тебе тоже такое нравится. То есть ты не просто конфетку, да? Ну да. Так, давай посмотрим сувенирные какие, что гости Киева могут привезти отсюда. Гости Киева и Львова, конечно, это вообще львовская мастерская. Дрожжи, всякие красивые коробочки. Что это такие? Ой, подожди, это какой-то. Белый шоколад с ружевым перцем. Ага. Это, наверное, стоит попробовать. 9 гривен. Да, это по 9 гривен. Вот коробочки. Больше 10 долларов, 434. И поднимаем вверх. Мне очень нравятся эти вот домики. Вот этот домик по 397. Красивый. Деревянная коробочка с такой печатью. Интересно, она шоколадная. Я бы такую печать бы съела. Да, вот. Кайзервальд. Ну вот. Вот мы краток. Давай зайдем в зал чуть-чуть. Да, я хочу в зал. Давай, ну, или покажи. Там сядем. Давай, чтобы мы сильно людей не снимали. Под окном сейчас. За столиком под окном. Ну, прикольная тема. Ну, можно, да, давай. Доброго дня. Вот еще пироженки есть, смотрите. Что у нас здесь есть. Вот сплошная вкуснотень. А вот такой Наташа столик нашла прикольный вообще. Прикольный столик. Вот здесь, либо на улице. Мне нравится. Да, вот солнце, если я не знаю, вроде правда, нормально. Если солнце, солнце может растопить шоколадки. Доброе утро. Меню. Ну, посмотрим. Если очень жарко, мы тогда пересадим. Да? Ну, это же очень классный вид. Да, вид классный. Жарковато, чтобы пить кофе. Нет, ну, давайте посмотрим меню. Есть шоколад же, не только кофе. Белый, черный топленый, молочный топленый и смешанный. По 69 всем. Так, летний вернисаж пока отложим. Ну, горячий шоколад 69 уже показали. Ну вот идут конфетки, которые я вам показывала уже. Только я не могу понять, это 5 конфеток или почему такая цена 61? И может быть одна конфетка? 5 добирных шоколадных циферов. Ага, понятно, 5. Потому что... Все-таки дороговато было бы. Дальше есть какао. Даже с перцем чили есть какао. Ух ты. Это, наверное, какао точно бы будило по утрам. Ну, кофе классический такой эспрессо. А, эспрессо шоколад 65, латте 69. Вот, кофе Раф мне всегда нравилось 65. Американо 35 и обычное эспрессо 35. Ну, цены, в принципе, вообще очень нормальные, лояльные, скажем так. В Эмиратах намного-намного дороже. Чаек в заварнике. Значит, 39 стоит от 39 до такой самый дорогой 89 матча латте. Тортики 85-110, чизкейк. Эти чизкейки обычно меньше всего в калории. Если не знаете, какой торт брать, берите чизкейк всегда. Ну, а тортики от 79 до 110. И вот пошли всякие вкуснейшие десерты тоже разные. Тоже на этой страничке от 69 до 199. И на этой страничке и фрукты есть, и что-то еще, и печенье от 35 до 79. Так, дальше с Нидой я к Львивяне. Ну, вот львовская кафешечка. Сырнички 85. Класс. На листничке это блинчики, да? 89. Какой-то ранковый почастую на какие-то хрумчики с бананом 99 и ягодный комплимент 99. Коктейли освежающие 69, 59, 75. Ну, в общем, от 59 до 75. У нас еще есть молочные коктейли есть 69, 75. И вода минералочка 49, сок 89. Ну, так, в принципе, уже такое. Сливки, мед 10 гривен, всего лишь 40 грамм, сметана, добавочки, ну вот такое, сейчас выберем, вам все покажем. Ну, в принципе. Что мы заказали, сейчас вам покажем. Мы сильно захотели кушать, перекусить, проголодались, а конфеты мы сейчас выберем. На тарелочку, чтобы вы здесь поели. Да, и оплатим здесь. Так, что я что хочу вот это. Так, манго. А можете подсказать, что оно в середине? Она в основе белого шоколада. Не расчу. Белого шоколада. Она в основе белого шоколада. А, белый
один. Белый шоколад. А я хочу один манго. Да? А я хочу один виденский трюфель, вот такой вот. Виденский трюфель? Да. Сама быть смачно. И я хочу виденский трюфель. Будь ласка, одну всю манго. Начни с семки. Да. Нелегко доставать мангочки. Так, потом два трюфеля. А львивские амур пишутся. Це не львівська амурка, це вишневий спанцер, марципан на основі. А львівська амурка, да. А зараз, подожди, марципан? Марципан на основі вишні з коньяком. Поняли, марципан на основі вишні з коньяком. Ага. Це також вишня з коньяком, тільки вона розпікається. Давайте мені марципан, будь ласка. Наташа вибирає марципан. І два віденських трюфеля. Я думаю, що хватить. Да, хватить. Ну, ще там, ще. Будем пробовать конфеты, будем вам показывать здесь. Так музыка громко играет, чтобы нас не заблочили еще. Народ, ну вот смотрите, мы взяли на 52 гривны 4 конфетки. Как мы уже сказали, взяли мангу, 2 виденских трюфеля и вишневый какой-то ты взяла с марципаном. Да, да, вот да, да. И что-то с коньяком еще там входит. Вишня и, по-моему, там марципан, вишня и коньяк. В общем, сейчас будем пробовать, ждем кофейком. Так, Наташа тут не удержалась, не хочет ждать кофе. Вот сейчас будет пробовать манговый ферри. Ну, очень давай. Вкусненько, но не манго. Ну, посмотри и покажи, что в середине. Мягенькая. Такая желтенькая такая штучечка. От вкусно? Манго здесь только цвет. Скажи, стоит оно 11 гривен? Нет, ну что значит? Нет, вкусно. Да, вкусно, да? Вкусно, но... Спасибо. Вот, но манго тут нет. Тут просто кремовая такая начинка. Подожди, мне еще шоколадку принесли какую-то. Боже, это мы видим со шоколадом. Вот это да. Смотрите, такой комплимент вкусный от львовской мастерской. Ух ты, ух ты. Так подожди, тут еще пожелание тебе. Читай. Сейчас я на українському прочитаю, потім будемо переводити. Собі знайди таку можливість. Собі знайди таку можливість. Любити все таким, як є. Любить все такое, да, таким, как есть. И заряжаться позитивом. Ага, и заряжаться позитивом. Завжди. Оточення свои. А, в общем, и заряжать позитивом моих родных и близких. Мои оточення. Все, у меня такое пожелание. Прикольно. Ну что, народ, будем заряжаться позитивом. Все не такое классное, да? Классная кафешка, очень нравится. Так, ждем дальше, что же нам принесут дальше. Сейчас я буду пробовать конфетку. Комплимент. Тонкий вкусный шоколад. Тебе оставить или такой комплимент будет? Сейчас посмотрим. Не оставляй, я... Так, комплимент Лере. Попробуем виденский трюфель. Ого, сладко будет. Будет классно, там. Очень мягкие. А ножу в серединке. Такая кисленькая шоколадная пасточка. Кисленькая, вот это хорошо. Чуть-чуть. Вот я ожидала от манго кислинки, но тут не было. Обедка вкусная. У меня большие надежды на вот этот марципанчик с вишней и с коньячком. Вот теперь я хочу это. Мне сладко очень. Дай я немножко показываю город. Значит, ладно, я свяжу позволение, пока сахар отложу и займусь вкусным флотвайтом. А вот прямо мы видим, это какая гостиница? Салют? И туда пошла площадь, да, Славы. Да, Салют. И туда, что, Киево-Печерская лавра, Спивоче поле. Там тоже красиво. Да, может быть, дойдем. А вот пошла прямо улица Московская и выходит на Печерскую. Пошакала. О, дякую. Ой, нет, мне тоже по пожеланиям. И пожелания, и тоже комплименты. А ну сейчас, а вдруг одинаковые, подожди, сейчас. Переводим. Давай я буду держать. Так, что бизнес, найди такую возможность. А, то же самое. Все таким, как я. Ой, дякую. Позитивом, завжди оточили свои. Дякую. Очень все. Приятно. Покажи чашечку симпатичную. Это у меня что? Капучино. Я хочу снять, как ты. Ух ты, какая чашка, да. Что? Отпивну и хочу снять. Слушай, я думала, флэт вайт меньше будет размером. Такой большой. Это двойной эспрессо с молоком. Классный кофе. Ух ты. Мы сегодня рано встали. Ух ты, у меня все ух ты. Снимать видео.
Так, ну давай тогда Наташа будет пробовать. Ну, капучино. Капучино вкусный всегда, мне кажется. Вишневый, вишневый. Давай, подожди, я не называется вишневый шпацер. Ну, капучино всегда без проигрыша, мне кажется. Вкусненько, а чашка реально классная. Угу. Неудобная. Чашку на сувенир брать не будем, да? А по-моему, в продаже таких нет. Там такие мне не очень. Так. Подожди, сейчас. Подожди. Тебя отдалю. О, да. Вот это то, что я хотела. Ну, как вкусно. Оно пропитано, я тебе оставлю. Подожди, стой, дай. Заход вверх, вверх. Теперь хоть видно. Угу. Марципан пропитан вишней. И ну, коньяком. Ну, все, ты потопил. Ну, так вкусно. Это вкусно. Там вишенка есть. Ну, отлично. Но ждем еще основное блюдо, которое мы пардон, мы я заказали. Вишенку съела, это тебе. Да? Попрошу. Мне кусочек. Да. Спасибо. Можем. Зачавку? Угу. Вкусно, да? Кисленькая. Ну, давай, мне интересно, что ты скажешь про... Сейчас. Боже, еще блинчики, можем уже наелись. Это был сюрприз, ты спойлернула. Я говорю, мы ждем основное блюдо, но как обычно Наташа слила всю информацию. Надо было меня стукнуть. Вкусно. Вкусно, да? Но на фоне вишни, просто я люблю марципан, на фоне вишни теряется все. Ты видишь, что ты снимаешь? Да? Тебя снимаю, поставила, снимаю. Это трюфель? Называется виденский трюфель. Так. Цезрюфель. Много сладкого. Народ, вкусно. Здесь все вкусно. Если есть такая возможность, в общем, постарайтесь зайти, выпить кофейку и заказать пару конфеток. Классно. А вот нам принесли такие налистники. Можете себе представить? Просто там и банановая начинка есть, и какая-то еще. Смотри, вот сверху ягоды это... Малинка сушеная и еще вот мороженка. Я опять тебя перебиваю, но извини, давай, смотри, давай. Тут каждые три блинчика завернуты в один. То есть ты можешь не есть с этим, с бананом. Да, просто с бананом мне очень не хотела, но думаю, все-таки съем. Так тебе все сделали, можешь развернуть, отдать мне банан. Я шучу, вот это очень вкусно. А это сублимованная космалинка. Сейчас, наверное, пересядем, потому что солнышко, да, уже солнышко так печет. Это... Кстати, смотрите, наши ноги видно, прикольная такая тема. Класс. Сейчас пересядем и попробуем на листочке и вам расскажем, вкусно ли. Давай. О, я камеру не выключала, как оказалось. Она идет? Да. Давай. Будем пробовать? Да. А я что-то хочу с мороженым. Ванильная, вкусненькая. Охлаждает, да, вкусно? Я же его есть, реально. Надо положить, наверное. Ну вообще, народ, как это кушать? Не, наверное, нож попрошу. Давай. Но оказалось, ножа нету, так что может, придется тебе ломать. Ну давай, ладно, попробуй. Если что, мы берем. Давай. Ножей нема. Слушай, ну это все вместе необычно. Необычно, вкусно. Такие хорошенькие. Хорошее. Тонкое тесто. А ну дай сейчас этот. Как он называется? С бананчиком, да? Что, легко ломается, легко кушается, да? Вкусно. Угу. Так что нож, в принципе, не нужен. Это я сначала запаниковала. Прекрасно, народ. Пожелайте нам приятного аппетита. Ну и сами себе, конечно, возьмите что-нибудь вкусненькое обязательно. Очень вкусно, особенно эта сухая малинка вообще вот прикольная. Не знаю, как это писать. Сухая малина просто. Малина. А да. Вот есть не очень много, честно, у меня разваливается. И очень тяжело вообще раздавливать вилочкой. Нам предлагали ложечки, нам предлагали вилочки. Но честно, ну так. Ну, можно, но просто у вас и будет разваленная. Ну, типа того. Народ, сделано просто вкусно и сытно, мы еле доедаем. На 89 гривен, смотрите, сколько это в долларах внизу, это просто, мы объелись, и это
Ты уже справилась. Это очень сытно, это очень вкусно, это действительно, это классно. Мы думали, там привезут сейчас какую-то фигнюшку маленькую, кажется, да? На двоих надо брать такую порцию. Такую порцию берите на двоих, берите, кстати, кофеек. Ну и, в общем, чаёк там желаем есть. Всем, чтобы у вас были денежки на поход в это кафе. Это обязательно, чтобы... Без денежек же мы никуда. В общем, зарабатывайте, мои хорошие, и ставьте нам лайки. Наташа вот пытается справиться с вкусными одноцветниками. Вот, а ее комплимент, шоколадку съела я, честно скажу. А ручка пахнет? Да, сейчас пойдем покажем здесь, где есть туалет, или помыть ручки. Сказали, что выйти в дверь, хотя мы даже не предполагали, что это дверь, честно. Так вот, вы скажете, что это дверь? Сейчас нужно подтянуть сюда. Опа, дверь! Прикиньте, как классно. Здесь еще есть доброго дня, львівська риберня. А туалет где-нибудь скажете? Слева за мангалом, далее прямо. Ага, спасибо. Значит, слева за мангалом и прямо. Давайте посмотрим. Вот такая вкуснотень здесь, ребята, еще. Здорово, я же говорю, будто во Львов попали. Так попасть во Львов не удалось. Так, слева за мангалом, далее прямо. О, Господи. Так, наверное, вот туда куда-то. Ну, красиво же, красиво. Класс. Что мы еще в Реберню не зашли, зайдем обязательно. Сейчас у нас будет обзорочка туалета, как всегда. Надо показать, что у нас здесь по сравнению, прошу прощения, с Эмиратами. Хороший туалет, нехороший, о, женский, женский. Так, я пока снимать прекращу, а то вдруг там кто-то есть. Ну вот, вошли. Туалетик прикольный, привет. Лампочки, вот такой вот. Каменный сток. Ну вот кабинки. Смотрите, все есть, салфеточки есть. Не хуже, чем в Эмиратах, абсолютно не хуже. Что у нас здесь? И здесь у нас и удобно. И мыло есть, и салфеточки. Все чистенько, все классно. Отлично, отлично. В таком еще таком стиле, как весня в Реберне. В мясной. Такой стиль мяса, стиль такого рыцарства. Ух! Побились на доспехах, на мечах. И пошли мясо есть. Что у нас с кабинками? Никого здесь нету. Оп. Ну, прикольненько. И труба заодно на всякий пожарный. Мало чего случится. Может, бумажка есть? Нет, все супер. Все шикарно. Рекомендую. Вот нам уже принесли наш счет в таком прикольном сундучке, коробке. Ой. Сейчас посмотрим, что же вместе. 292 гривны. Ну, конфетки 52 мы уже оплатили до этого. Значит, налистники по 89. Сейчас Наташа, которая утомилась их есть, считает, что это под 3 человека на порцию. Но мы взяли запросто по порции на человека 89 гривен. Ну и кофе Нашин капучино 55, а мой кава флет вайт 59. Ну, вот, сумма очень адекватная, намного дешевле, чем в Эмиратах. Вот, так что всем желаем вкусного кофе. Ставьте лайки, подписывайтесь и всего вам самого-самого доброго. И вкусного.